Здорово всем. Сегодня был, наверное, самый страшный заказ для меня за последние годы. Мне пришлось лезть на очень сухой орех. Посмотрите, как это было. Вот это страшило. Просто весь в труху. Его уже давно сожрали. То есть он просто лопается. Мне пришлось вот на нем лазить. Я сейчас лезу. Жесть. Итак, вот что мы замутили. Веревка подвязана к дереву. Она закреплена там, короче, заблокирована. Вторая белая веревка, она тянет ствол туда, в сторону. И я сделал уже пропил. Ну что, давай. И Яна тянет. Вон там под деревом. Поэтому мы лучшие арбористы. Я на том покажу. Вот, все целенько. Ничего не сломалось. Главное, я целенький. И вот я наконец-таки спускаюсь с дерева, и казалось бы, что может быть проще, осталось спилить только макушку. Кстати, вот в этом месте я заранее сделал пропил, чтобы больше на это дерево не залазить. Но все не так просто, как хотелось бы. А макушка дерева растет вот под таким уклоном над крышей дома. А тянуть нам ее придется вот отсюда и вот под таким углом. Кто знает физику, тот понимает, что это очень будет сложная задача, чтобы макушку вытянуть вот именно в ту сторону, чтобы она не рухнула на крышу дома. И, конечно же, для этой задачи мы соберем мегаполиспаст, который поможет нам выиграть в усилии и сломать эту ветку. Да, дело сделано. Привет. Ну вот и все, работа сделана.